В Майами стартовал теннисный турнир серии ATP. Казахстанец Михаил Кукушкин вышел во второй раунд. Накануне он обыграл американца Стива Джонсона. Матч, продолжавшийся почти два часа, завершился со счетом 6-4, 3-6, 6-2. В другом матче канадец Вашик Поспешил в первом круге победил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро со счетом 6-4, 7-6. В следующем раунде Поспешил сыграет с Григором Димитровым, а казахстанский теннисист Михаил Кукушкин встретится во втором круге с французом Жилем Симоном. Наш Андрей Голубев, к сожалению, закончил соревнования в первом раунде. Он уступил россиянину Михаилу Южному со счетом 6-4, 2-6, 3-6.